Здравствуйте, мои уважаемые зрители. У нас расклад «Что вам хотят передать здесь и сейчас?». Передать вам может Вселенная, ваша духовная семья, ваше Высшее Я, ваши наставники, ушедшие ваши родственники, а также ваша душа. У нас будет 4 варианта. Работаю я на энергетическом оракуле, на нем работают на прямых и перевернутых. Сейчас мы выберем 4 камушка. Да, так у нас будет. Первый у нас будет желтый, второй зеленый, третий черный и четвертый красный камень. Задайте как бы вопрос во Вселенную. Что ты, мое Высшее Я, моя душа, мои духовные наставники, хотите мне передать здесь и сейчас? На что мне обратить внимание? Как бы сделайте глубокий вдох. Расслабьтесь и задайте вопрос как бы внутрь себя. И выберите один из 4 вариантов, может быть по цвету камушка, может быть по цифрам 1, 2, 3, 4. Но не забывайте, что интуиция у нас работает первые 3-4 секунды. Выбирайте, пожалуйста, ваш вариант. Если вам нужно больше времени, останавливайте видео, я пока подготовлю колоду. Хорошо, первый расклад у нас, это для тех, кто выбрал желтый камень. Что у вас происходит сейчас? На что вам нужно обратить внимание? И что вас ждет в ближайшее будущее? Всего 3 карты. Также я сейчас выложу все 3 варианта, потом мы будем с вами трактовать. Хорошо, наш расклад готов. Давайте начнем с первого варианта для тех, кто выбрал желтый камушек. Что у вас происходит сейчас? На что вам нужно обратить внимание? И что вас ждет в ближайшее будущее? Ну, первая карта – это то, что у вас происходит сейчас. Здесь у нас ложится восьмерка Эванс. Эванс – это событие. Карта называется The Creative Endeavor. Это у нас творческие начинания. Да, здесь мы видим большая скрипка или виолончель. Тут стоит мольберт для рисования. Да? Вода показывает восприимчивость, вдохновение. И карта у вас ложится в прямом положении. Она говорит, что сейчас у вас очень хорошее время для творчества. Если вы думали о каком-то новом творческом проекте, то пришло время, да, уже начинать. Ну а если вы уже трудитесь над таким проектом, то карта говорит, что вы должны переходить уже на более высокий уровень в вашей работе, в вашем творчестве. Может быть, кто-то сейчас задумался о том, что научиться, например, играть на музыкальном инструменте или начать рисовать, если у вас есть к этому желание. Также вы можете профессионально поступить, учиться, может быть, для того, чтобы узнать что-то новое. Но это может помочь вам именно реализоваться в профессии. Также по этой карте вы можете открыть художественную студию или заняться, например, писательством, публикациями. Может быть, что-то связано с театром, с музыкой или с блогерством, например. Но карта говорит, какие бы творческие энергии сейчас не звали вас вперед, обязательно нужно вам сейчас поделиться вашим талантом с миром и выразить желание своей души. Скорее всего, вы понимаете, что нужно реализоваться в том, чем наградила вас Вселенная. Это то, что происходит у вас сейчас. На что вам нужно обратить внимание? Здесь у нас ложится тройка Energy, карта называется Letting Go. Letting Go – это отпускать. Она у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, у человека есть какая-то цель, мечта, желание. И дверь-то открыта, есть возможность это реализовать. Но его что-то сдерживает, его что-то постоянно тянет в сторону от его мечты, от того, чтобы реализоваться или
воплотить желаемую в жизнь. Но помимо вот этой мечты или этих возможностей есть еще другие. Но человека тянут в разные стороны какие-то убеждения, установки, паттерны. То, что мешает вам двинуться во что-то новое. Вот когда эта карта переворачивается, она показывает какую-то, может быть, личную привязанность, которая для вас сейчас очень важна, но она влияет на качество вашей жизни. Это может быть какой-то человек, или какие-то действия вас сдерживают, или, может быть, это страстное желание реализовать или получить что-то. Вот по этой карте здесь есть небольшая, может быть, срочность и уже отчаяние по поводу того, что это желание не исполняется, или это мечта, или эти возможности не появляются. Но вот именно когда вы держите эту энергию, это и блокирует, чтобы вот эта мечта начала у вас исполняться. Тут самое главное, вы должны как бы отказаться вот от этой привязанности и начинать уже делать осознанный выбор, а не просто реагировать на происходящее в вашей жизни. Вам сейчас нужно просто определиться, что вам нужно для счастья. Но самое главное, не привязывайтесь к результату. Постарайтесь, чтобы вот это ваше стремление, желание или возможности не зависели от какого-то будущего события, может быть, от поведения какого-то беглеца или, может быть, от неудовлетворительных отношений. Карта говорит, вам сейчас нужно отпустить все эти нездоровые привязанности и продолжать работать над своей целью. Но при этом не зацикливайтесь на ней. Проявите терпение, верьте, что у вас все получится, и тогда вы привлечете в свою жизнь то, что вы так страстно хотите. Да, и вот то, что вас ждет ближайшее будущее, здесь у нас тройка consciousness. Карта называется Dark Souls. Это у нас темные мрачные мысли. Мы видим, что человек движется в какой-то лабиринт. Это очень темный, мрачный и пугающий путь. Тут как бы человек не видит, куда он придет по факту. Он зайдет в какой-то лабиринт, и из которого, может быть, не найдет выхода. У вас эта карта легла прямая. И она для вас служит сигналом, что вы можете быть вовлечены в какие-то сомнительные действия, может быть, даже с подозрительными людьми. Обязательно присмотритесь к новым событиям в вашей жизни, к новым людям, с которыми вы будете общаться. Задайте себе вопрос, как вы думаете, эти люди, они вас уважают? Вообще вы с ними резонируете? Если нет, то задумайтесь, стоит ли вам иметь с ними дело. Но и самые темные переулки, конечно, о которых вы должны знать сейчас, это ваши темные паттерны негативных мыслей или нездоровых привычек, которые имеют место сейчас в вашей повседневной жизни. Это может быть беспокойное мышление, а может быть даже бегство от жизни, которые являются вашими повседневными привычками. Но вот сейчас для вас наступает время все это взять под контроль. Научитесь управлять своими негативными мыслями. Постарайтесь создать более здоровые привычки, такие как правильное питание, регулярные физические упражнения, отдых. Старайтесь высыпаться. Ну а также не позволяйте, чтобы вами овладел страх, беспокойство, неуверенность в себе. Самое главное, приведите свои мысли в порядок и сделайте здоровый выбор, как бы оставив все эти темные, мрачные мысли позади себя. Это был совет для тех, кто выбрал первый вариант, желтый камушек. Я благодарю вас за просмотр. Буду благодарна за лайки, комментарии. Всем хорошего. У нас второй вариант для тех, кто выбрал зеленый камень. Давайте посмотрим, что у вас происходит сейчас. На что вам нужно обратить внимание? И что вас ждет в ближайшее будущее? Энергия, с которой вы... То, что происходит у вас сейчас. Здесь у нас ложится пятерка Energy. Карта называется Fear. Fear – это страх.
но она у вас уже перевернутая. В прямом положении мы видим, что была у вас какая-то проблема в жизни, которая вас очень сильно волновала, вгоняла вас в страх, в беспокойство. То есть что-то терзало вашу душу. Притом на этой карте мы видим, что женщина стоит в шикарном платье, у нее есть, это ее дом, но что-то ее очень сильно пугало и напрягало. Но когда эта карта ложится перевернутая, она вам сообщает, что наконец-то из вашей жизни уходит вот эта вот энергия страха, а приходит энергия мира. Происходит то, что трудности наконец-то уладятся. То есть вот что-то, о чем вы очень сильно беспокоились, наконец-то разрешится. Или же раздражающий вас человек ушел из вашей жизни, и вы расслабились. Но также карта может говорить, что вы справились со своими страхами. То есть вы взяли какую-то ситуацию полностью под контроль, и теперь не она вами управляет, а вы управляете ей. Если вы опять почувствуете, что опять начинаете опускаться к этим низким вибрациям, к страхам, переживаниям и тревоге, то сейчас вам нужно обязательно постараться с этим чувством справиться. Для вас наступает время внутреннего и внешнего мира, спокойствия и равновесия. Да, вот на что вам нужно сейчас обратить внимание. Здесь у нас ложится карта восьмерка consciousness. Consciousness – это осознание. Карта называется happy success. Это у нас счастливый успех. То есть в прямом положении здесь показывает мужчину, который раскинул руки, он чему-то радуется. И его осыпает дождь из драгоценных камней. И в руках у него драгоценные камни. То есть это когда человек добился какого-то очень большого успеха. Но у вас эта карта легла в перевернутом положении. Она может показывать, что сейчас у вас наступает время, может быть, личного или профессионального разочарования. Долгожданный результат, к которому вы стремились, сейчас вам кажется, что он для вас недоступен. И вас может одолевать чувство страха, может быть, даже гнева. То есть вы переходите от одного негативного мышления к другому. Сосредоточив свое внимание на недостатки, вы можете сейчас почувствовать себя жертвой Вселенной, удивляясь, почему вещи никогда не происходят так, как вы задумали. Но вам говорят, независимо от того, что сейчас будет происходить в вашей жизни, настраивайтесь на успех. Даже без больших результатов, которым вы желали достичь, вы все равно можете увидеть успех в своей жизни и в себе. Человек, которым вы являетесь, друзья, объединения, даже места, которые приносят вам радость, все это и признаки успеха в вашей жизни. И когда вы живете в таком позитивном восприятии самого себя, вот это сознание успеха привлечет к вам большие вещи, и Вселенная обязательно одарит вас радостью. И что вас ждет в ближайшее будущее? Здесь у нас ложится восьмерка people. Карта называется New Supportive Connection. Это у нас новые поддерживающие связи. Здесь она у вас прямая. На карте мы видим, что мужчина и женщина занимаются живописью. И тут кругом стоят мольберты, и люди тоже рисуют. Эта карта предрекает вам увеличение связи с новыми людьми. Для вас сейчас наступает время заняться той деятельностью, которая объединит вас с другими, может быть, с теми людьми, с которыми вы резонируете, с которыми у вас общие интересы. Вы можете организовать группу, например, заняться медитациями, или пройти какие-то занятия, коучинги, семинары. Может быть, в тех интересующих вас областях. Это может быть ваше хобби. То есть вступить в какую-то группу по интересам. Но эти новые связи могут привести вас к тому, что вы начнете на этом профессионально зарабатывать. То есть это вам даст работу. Также это будут новые друзья. Кто-то может найти любовь.
появятся новые возможности, придет в вашу жизнь самое главное счастье и, может быть, даже финансовый успех в будущем. Поэтому эта карта говорит: сейчас расширяйте свои интересы, получайте новый опыт. И по мере того, как вы будете общаться с людьми, с которыми у вас общие интересы, с кем вы резонируете, в вашей жизни появится, возрастет вот этот потенциал удовольствия и потенциал новых возможностей. Это у нас был второй вариант. Я благодарю вас за просмотр. Всего вам хорошего. До свидания. Хорошо, давайте посмотрим совет для тех, кто выбрал черный камень, третий вариант. Что у вас происходит сейчас? На что вам нужно обратить внимание? А вот что вас ждет в будущем? У меня потянулись две карты. Ну, наверное, так должно было быть. Так. Да, то, что у вас происходит сейчас, здесь ложится двойка Spirit. Карта называется You Higher Self. Это ваше высшее Я. И она у вас прямая. На карте мы видим, что здесь изображено сердце, женское сердце с этими блестящими крыльями, которые излучают золотой свет. Эта карта представляет ваш собственный вечный дух, ваше высшее Я, ту часть вас, которая существовала до этой жизни. И сейчас вы вступаете в очень ценное, интуитивное время, в котором вы можете почувствовать истинную глубину своей внутренней силы. Сейчас вы отбрасываете чувство сомнения, ограничения, проникая глубоко внутрь, чтобы почувствовать вот эту безграничную силу вечной вибрации вашей души. Вот это ваше высшее Я, это ваша дорога к истине, высшее сознание и ваши вечные связи. Сейчас у вас очень сильна связь с вашей душой. Вы слышите подсказки вашего внутреннего голоса, который направляет вас к свету. И карта говорит: займитесь медитациями для того, чтобы еще больше соединиться с вашей душой. И когда вы это сделаете, вы начнете замечать волшебные события, которые будут происходить в вашей жизни. Вот на что вам нужно обратить внимание. Здесь у нас ложится шестерка consciousness. Consciousness – это осознание. Карта у вас перевернута. Она называется deserving. Deserving – это заслуживающий уважения, достойный. То есть это когда человек знает ценность себя, своей личности, ценность своей души, когда человек в себе уверен. Но у вас эта карта перевернута, и она несет вам очень важное для вас сообщение. Ваше чувство достоинства не соответствует вашей истине. Вещи, которые вы так сильно жаждете, не происходят, потому что вы полны сомнений. И у вас есть ощущение, что вы просто недостойны. Вот эти мысли о самоограничении блокируют те возможности и результаты, к которым вы так стремитесь. Почему вы сейчас считаете себя недостойным? Может быть, вы были когда-то отвергнуты в любви, или вы были безуспешны в работе. Может быть, даже вы были отвергнуты вашими родителями. Но вот это все не соответствует вашей правде. Сейчас карта говорит, вам нужно заявить о себе, поднять свою самооценку. И даже если раньше вы никогда не чувствовали себя достойным какой-то лучшей жизни, хорошей должности, богатства, любви, вы сейчас обязательно должны раскрыть вашу индивидуальность, вашу личность и слушать подсказки своей души. А то, что будет у вас происходить, ну, это ближайшее будущее. Здесь у вас выпали две карты. Они у вас перевернутые. Первый у нас это декриз. Дискриз – это в прямом положении, это когда вот вода течет через руки. То есть это упадок, убыль, уменьшение. Это может быть период реального, а может быть эмоционального ограничения. Но когда карта ложится в перевернутом положении,
Она наоборот говорит, что вот теперь вода течет уже в ваши руки. То есть у вас наступает период как бы стабилизации. Да, может быть, не так быстро, как вам хотелось бы, но вы можете ожидать некоторое увеличение, может быть, свободного времени, финансов, любви или каких-то ценностей в вашей жизни. Да, вы могли пройти через период изоляции или финансовых ограничений, но этот цикл уже заканчивается в вашей жизни. То есть вот эта река возможностей начинает уже литься в ваши руки. Какие-то внешние факторы вокруг вас, такие как работа или экономика в вашей стране, могут приходить в равновесие. Но и вам также сейчас нужно восстановить ваш внутренний баланс. Да, рост будет, может быть, не такой большой, как вам хотелось бы, но это будет постоянно. Поэтому сейчас вам нужно просто предпринять необходимые действия, чтобы направить вот эти позитивные перемены так, как вы желаете. И еще одна карта, это у нас единица Эванс. Эванс – это событие. Карта называется Great Achievement. Это у нас великие достижения. То есть в прямом положении мы видим, накрыт банкетный стол. То есть люди что-то празднуют, какие-то достижения. У кого-то это могут быть достижения в личной жизни, в каких-то проектах. У кого-то, может быть, в работе, в профессии, в карьере. Но у вас эта карта легла перевернутая. И она может указывать, что были какие-то у вас, очевидно, трудности вокруг карьеры или ваших личных занятий. Могла быть задержка в получении того, что вы хотели. Или же результат, к которому вы стремились, пока в настоящий момент для вас недоступен. То есть эта карта показывает разочарование в чем-то. Ну, например, вы очень много вкладывались в какой-то проект, и вы понимаете, что вот эти ваши усилия ни к чему не привели. Сейчас для вас наступило время сделать шаг назад и взять перерыв. Взгляните по-новому на тот результат, который вы желаете, и на те действия или на тот процесс, который вы предприняли, чтобы его достичь. Пересмотрите путь, по которому вы шли. Может быть, сейчас вам необходимо составить новые планы и попробовать новые методы. А может быть, вообще карта вам советует выбрать совершенно новое направление для достижения желаемого. Это у нас был черный камушек. Я благодарю вас за просмотр. Всего вам хорошего. Хорошо, у нас четвертый вариант для тех, кто выбрал красную яшму. Давайте посмотрим, что у вас происходит сейчас. На что вам нужно обратить внимание. И, возможно, результат в будущем. Но это мы смотрим в ближайшее будущее. То, что у вас происходит сейчас. Тут у нас ложится двойка Intention. Карта называется Peace. Peace – это мир. И она у вас прямая. То есть карта показывает обретение для вас внутреннего равновесия, гармонии и баланса вашей жизни. Сейчас вы способны внести в вашу жизнь мир и покой. Вот ваша внутренняя сила исходит от таких занятий, как медитация, глубинное дыхание, другие духовные практики. Но если вы еще добавите правильное питание, регулярные физические упражнения, большое количество воды, вы можете сейчас достичь очень большого личностного баланса, который затем начнет распространяться на все сферы вашей жизни. Вот эта чистота, которая исходит от вашего душевного спокойствия, она излучает вот этот мягкий свет во Вселенную. И Вселенная вам его отражает и приносит вот эту радостную гармонию во все сферы вашей жизни. Ну вот на что вам нужно обратить внимание. Здесь у нас ложится пятерка consciousness. Карта называется A Consciousness of Luck. Это осознание недостатка. Здесь мы видим, что мужчина опустил голову и облокотился вот на это
каменное, бетонное сердце, то есть его спина как бы повернута к потенциальным возможностям, к красоте, вот к этому золоту, каким-то перспективам, которые там открываются. Его грусть велика, да. И эта карта показывает на похожую для вас энергию. У вас могут сейчас возникнуть некоторые финансовые ограничения, может быть, даже значительные денежные потери, может быть, ограничения в любви, в отношениях, или же чувство потери может нести разочарование и печаль. Сейчас для вас требуется избавиться вот от этого сознания нужды, даже если что-то в вашей жизни потеряно. Потому что ваш страх, он ограничивает вас, делая вас еще более несчастным и проявляя в вашей жизни еще больше ограничений. Может быть, вам сейчас очень трудно сосредоточиться на чем-то позитивном, если вы одиноки или у вас финансовые трудности. Но это абсолютно необходимо, если вы хотите изменить вот эту действительность. Примите меры для решения любой проблемы, которая вас сейчас будет беспокоить. Но не останавливайтесь на этом. Начинайте ценить себя, свою жизнь. И все это разрушит вот эти неприятные чувства в вашем сердце и принесет вам очень много удивительных событий. Да, вот то, что у вас будет происходить в ближайшее будущее, здесь у нас ложится тройка Эванс. Эванс – это событие. Карта называется «Commitment». «Commitment» – это обязательство, соглашение, но оно у вас перевернуто. То есть здесь мы видим в прямом положении, мужчина подписывает какие-то документы. Когда карта переворачивается, она может представлять своего рода разрыв или освобождение от каких-то обязательств, соглашений. Это может относиться к существующей любовной ситуации, а также может представлять ожидаемые отношения, которые задерживаются. Но также карта может указывать на расторжение контракта, обязательств. Например, вы можете уйти с работы или нарушить договор аренды. Также предложение о продаже дома может не состояться или занять больше времени, чем ожидалось. Если кто-то участвовал в юридических баталиях, то вы можете по этой перевернутой карте, к сожалению, может быть, даже проиграть вот эту юридическую битву, или же решение в вашу пользу будет надолго отложено. Но вам говорят, имейте в виду, что эмоциональное качество вашей жизни зависит прежде всего от вас. Да, когда какие-то договоренности, обещания нарушаются, да, нас посещает грусть, разочарование. Карта говорит, да, позвольте себе отнестись к этому как к опыту. Самое главное для вас сейчас – это истинная любовь к себе. Это начало всех позитивных связей и всех полезных решений. Чем больше вы делаете для себя, тем больше Вселенная будет совершать для вас. Это был совет для тех, кто выбрал 4-й вариант. Я благодарю вас за просмотр. Всего вам хорошего.